Мы же пока с вами смотрим кадры прекрасного стадиона «Динамо», исторического достаточно, уже очень-очень много лет этому сооружению. Ну и вот на фоне прекрасного города Барнаула, собственно говоря, и летает коптер. Красота, конечно, неимоверная. И именно сегодня, именно здесь команды как раз-таки и сыграют. Что хотелось бы отметить, что большая достаточно группа болельщиков из Новосибирска приехала, на гостевом секторе она находится. Поехали! Поехали, дорогие друзья! Свисток! Собственно говоря, может играть, но Олег Иванович его не выпустил. Тем временем опасная атака от Новосибирска. Подача в свободную зону. Леонов ошибается сейчас. Очень неприятно. Удар по воротам Богдана Корюкина! И это было очень близко, дорогие друзья. Это очередной угловой. Дальше Пугаев неплохо. И вот Акраметдинов в свободную зону. Ох, какая опасная атака-то от Динамо. Барнаул. Осипов. Ох, как здорово! И в ближний угол пробивает. И не попадает, к сожалению, 10-й номер. Подает опасно. Очень. Самое неприятное, наверное, для голкипера, когда вот так вот мяч начинает закручиваться в твою сторону ворот. И посмотрите, как здорово выигрывается борьба и пробивается. Леонов здорово вступает в отбор. Руслан прокидывает как мяч-то. И простреливает даже, пробивает ворота в ближний угол. Но Даниил Полянский. Там и задачи совсем другие. Опасный момент у Новосибирска. И вот Коноплев в штрафной площади. Коноплев! Динамовцам и искать удачу. Гришаков. Не получается выиграть борьбу. Осипов в свободной зоне. Акраметдинов, он может развернуться, скидывает, здорово, в касание, пробивает, и Яркин! И Артем Яркин забивает и выводит Новосибирск вперед. О, Динамо Барнаул вперед, точнее. Вот так вот, дорогие друзья, бывает. Тайме они еще что-то предложат. А может быть и в первом, но нет. В первом уже нет, потому что Станислав Матвеев отправляет команды на перерыв. Немножечко отдохнуть. Не понравилось, как разыграли Станиславу Матвееву. Ну и что ж, второй тайм. Второй тайм стартовал. Новосибирск пока что проигрывает. Но давайте будем честны, Новосибирск был гораздо и гораздо поинтереснее в первом тайме, нежели Динамо. Удар-то неплохой. Коноплева, Житников догонит. Никак ничего из него извлечь не могут. Подача опасная, очень удар по воротам. И еще один, но Богдан Корюкин вынос совсем уже неудачный. Остается мяч новосибирцам. Надо динамовцам быть повнимательнее. Здесь на грани офсайда, но все в рамках правил. Подача неплохая от Комкова. Разбегается вот так вот низом. Здорово, свободную зону, удар совсем не получается. Но получится добить. Сравнивает Егор Глухов. Это Егор Глухов. Так, и Олег Иванович там очень недоволен, но Новосибирск празднует. Так, ну надо смотреть. Надо смотреть все-таки, что было. Вот здесь не получилось. Ну а дальше ничего вроде. А вот и шанс для Новосибирска. Очередной появляется, неплохая передача. За спину очередная, но... У Новосибирска с левого фланга передача в свободную зону. И проходит вот этот пас. Но этот пас, скорее всего, был в офсайд. И ничего не поменялось. Но атака продолжается. И скидка неплохая. И догонит ведь. И догоняет, простреливает. Ух ты, ничего себе. Покинул, не покинул. Здесь давайте посмотрим. Мы это с вами увидим. И... нет. Динамовца попробовать. Фоминых не добрался. Так, а здесь нарушение правил очень как кажется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладышев. Очень активен пятый номер, кстати говоря. Во втором тайме особенно. Ух, как здорово увел. И удар-то неплохой. Но это... Проходит Тюрин, хорошая передача дает, конечно, нарушения офсайда не было, прострел! Бирска, он же передачу отдает, и вот такой вот мягкий какой заброс, и опять Коноплев, ну сколько же сегодня моментов уже было. Это уже мяч для Яркина, но подбирает Осипов, штрафной площади, передача, Фоминых! Они это делают, дорогие друзья, ну это просто сумасшествие! Просто сумасшествие какое-то! Михаил Осипов еще обращается к болельщикам Новосибирска, динамовцы в очередной раз... Уступая по ходу тайма, как в игре, так в принципе и по счету, если... 2 из 19 и подача, тем временем еще одна. Никифоренко, скидка, удар, гол! Руслан Леонов, кажется, это конец. Кажется, это конец, дорогие друзья. Просто падает Руслан Леонов, а динамовцы доводят счет. Ну давайте, наверное, все-таки говорить до крупного. Хотя, в принципе, 3-1 не такой уж он и крупный. Вот и стандарт. Вот и стандарт, вот они, несколько моментов. Потому что там 70 с лишним, наверное, болельщиков. И неплохая атака. Так, подождите, передача. О, хорошая! И так, стоп. Это еще не конец, это очень далеко от конца. Вспоминать матчи Лиги Чемпионов. Еще раз давайте посмотрим, сыграем повтор. Слушайте, ну как, все уже в центре. Здесь главное не проворотить контратак. Сейчас динамовцам. Но здесь Солошенков. Ох, ох, какая ошибка-то от Александра Солошенкова. Фалить ни в коем случае нельзя, потому что будет красная. Осипов!
Михаил Осипов, это сумасшествие какое-то. Слушайте, ну надо здесь, конечно, быть повнимательнее. Там габариты совсем не те. Тюрин здорово разворачивает. Это Сергей, прошу прощения, с левой ноги-то может пробить. Кстати говоря, Сергей пробивает цели рикошетов, а там не в офсайд ли Фоминых дальше борется. Сергей рикошет в удар. Карюкин! Это офсайд. Это офсайд, дорогие друзья. Нет, это не забитый мяч, это офсайд. Очень уверенно боковой арбитр флаг поднял. И, кстати говоря, Карюкин допустил Бамадгиреев.